Идет уборка картофеля в полеводческих бригадах Гатчинского района Ленинградской области. Тут ни один клубень не останется в земле, не вывалится за борт грузовика по дороге на заготовительный пункт. Тут любая самая малая картофелина на учете. Ведь система оплаты труда людей ведется здесь по конечному результату. И резко повысился воловой сбор. Отборная пойдет в торговлю, отходы на корм скоту, на свинофермы.